Всем привет! Готовим яичные рулетики с начинкой на закуску. Блюдо очень вкусное, простое в приготовлении, получается очень нежными и сметаются первым делом со стола. Нам понадобится 3 яйца, соль по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла и для начинки возьмем 2 небольшие моркови, 50 грамм сыра и 5-6 зубчиков чеснока. Также добавим столовую ложку майонеза. К 3 яйцам добавляем соль по вкусу и 2 столовые ложки растительного масла. Из этого количества продуктов получается 1 рулетик. Затем все хорошенько перемешаем до однородности венчиком или вилкой. Сковороду раскалим и слегка смажем растительным маслом. Заливаем яичной смесью, затем распределяем ее по поверхности, накрываем крышкой и оставляем на огне до тех пор, пока яйца не схватятся. Сверху они не должны быть жидкими, чтобы мы могли легко их перевернуть. Блинчик очень нежный и может порваться, но это не страшно, потому что мы будем заворачивать его в рулет. Подрумяним его со второй стороны и будем снимать с огня. Приготовим начинку. Морковь я потерла на мелкой терке и то же самое сделаю с сыром. Выдавим несколько зубчиков чеснока, добавим столовую ложку майонеза и перемешаем до однородности. Начинка готова. На блинчик выкладываем начинку таким образом, чтобы оставалось место до края. Это необходимо для того, чтобы начинка не вываливалась при скручивании в рулет. Начинку мы распределили, осталось только свернуть блинчик в рулет и нарезать его на порционные кусочки. Все готово! Несмотря на простоту приготовления, блюдо получается очень вкусным и улетает со стола за считанные секунды. Приятного вам аппетита, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!